Итак, приветствую, мои друзья и гости канала. Всем огромнейший привет. И мы сегодня стартуем с вами, пробежимся именно с района Светланы, а точнее с цирка. Добежим мы с вами до парка Ривьера. Если будет километраж маленький, сориентируемся, то и, соответственно, пробежимся еще у нас и куда-нибудь подальше, на сторону Бытхи. В общем, сейчас мы начинаем с вами стартовать в этом прекрасном месте. Кстати, очень хорошее место, рекомендую вам здесь даже просто прогуляться вечерком. По-настоящему здесь хорошо, особенно для романтиков. В общем, здесь все просто супер, просто потрясающе. Ну а что, мы начинаем пробежку. Опять будет пробежка у нас, мягко говоря, немая, по одной простой причине. Ну, потому что бежать запыханным, слушать меня, ну это бред какой-то. Поэтому, ребят, приятного просмотра.
Thank you.
успел записывать видео с голосом, но я добежал до этой локации специально, чтобы взять и искупаться. И вот многие из вас выбирают район Светланов, а мы находимся в районе Светланов. Вот вы, наверное, сами все прекрасно видите. И все там говорят, там море, еще что-то. Ребят, ну хоть меня убейте, посмотрите. Неужели вы будете купаться вот в таком говне, ребят? Лично я сейчас хотел искупаться, но я здесь купаться не буду. Это у нас пляж, там, где у нас вот красивые у нас здесь фонтанчики и так далее. Вот скажите, пожалуйста, вот, когда вы говорите, что вам квартира нужна для отдыха, идеальный район Светланы, вы хоть раз были на этом пляже? А? Давайте еще раз покажу. Для тупых. Потому что бывают же умные, которые с первого раза понимают. Бывает тупые из них. Ребят, это нормально? Это нормально? Я не знаю. Ничего не хочу говорить, не знаю, не против, но я сейчас хотел искупаться, я не стал купаться, был махом, потому что я сколько раз был на пляже Ривьера, и кто бы что из вас не говорил, но пляж Ривьера просто секси по сравнению вот со всеми этими непонятными говнопляжами, с этими волнорезами продольными, перевечными, где собираются все бактерии и так далее. Поэтому, если кто-то из вас там говорит, что там район Светлана, ну, не знаю. Я сейчас пробежался, мне лично в центре нравится больше интересных локаций, больше всего, ну, серьезно. Ну и, походу, у меня обломалось мое купание, потому что, извините вы меня, конечно, но в этом говне я купаться не буду. Сейчас попробую немножко в другую сторону уйти, может, там чуть получше есть, но в этом говне. Я как бы себя не на помойке нашел, ребят. Вы, конечно, меня извините. Вот она. Все обычно здесь спускаются. Вот у нас район цирка. Это и есть район Светлана. Да, нет дорожных путей. Нет еще чего-нибудь. Ну, блин, пускай лучше будет железнодорожные пути, но будет чисто, нормальная вода, чисто заход в море, чем вот это долбанное извращение. Пишите в комментариях, что по этому поводу думаете, ну, я просто, знаете, меня стрясет. Потому что я сейчас морально настроился искупнуться, ну, там. Короче, побегу в обратную сторону, немножко побегусь, пока время есть. Попробуем там что сделать. Поэтому посмотрим, что из этого получится. Если ты немножко подальше отошли, немножко получше стало. Ну что, ребят, нашел более-менее нормальное место. Скажу честно, блин, как бы тяжело было найти. Ну, вот такой вот маленький кусочек. Представьте себе, что вы переехали в Сочи, решили купаться, и вот вы здесь только это сможете увидеть. Ну, море, не знаю, холодное, не холодное, но надо укунуться. Нужно укунуться, пока вот гвардейцы убежали. Слушайте, ну море такое. Ну, кстати, здесь вот такой купаться с детьми хорошо. На этом закончилась наша пробежка. Искупались, подошли росгвардейцы, сказали, мы не хотели поколебать чувства здесь людей присутствующих, мы очень культурные сейчас люди, мы знаем, что мы вас не догоним, мы знаем, что мы вас не заборим, мы знаем, что мы с вами не справимся, и мы знаем, что вы не будете сопротивляться. Поэтому, говорит, вы не могли бы покинуть это прекрасное место, потому что здесь находится карантин, иначе нам наше руководство даст по башке. Я сказал, блин, братиш, все нормально. Взял и вышел. Хотел еще раз искупаться, да, на камеру или еще что-нибудь. Ну, в общем, что имеем, то имеем. Подводя итоги. Пляжи в районе Светлана просто
полный отстой. Если кто-то скажет, почему я так веду, да потому что это район Светлана. Здесь все так ходят, это не центр. В центре Сочи я так не пошел, а это Светлана, ребят. Здесь все так ходят, понимаете, здесь вот летом они реально так все ходят. Я вот как бы настоящий турист, я хочу себя почувствовать настоящим туристом. Вот так вот берут туристы и идут. Ну, я вам серьезно говорю, даже нет цели вам врать. Поэтому. В целом хорошо, и знаете что, блин, бегать в центральном районе — это реально круто, это просто секси. Как бы Олимпийский парк, вы, конечно, извините, поклонники, это те люди, которые, знаете, которые кричат, что Toyota лучше всех, просто они не ездили на аналогичном немце, и они там у пенного рта будут кричать. То же самое — это те люди, которые приезжали в Олимпийский парк, отдыхали. Здесь я бегу, у меня хотя бы кислород есть, я дышу полной грудью. И я посмотрел свою пульсовую зону, все, я себя чувствую гораздо комфортнее. Я здесь темп держу выше, при этом пробегаю расстояние гораздо больше, при этом сердцебиение у меня лучше, чем, например, в Олимпийском парке. В Олимпийском парке это просто долбанное извращение. Ну, я вам серьезно говорю, как бы даже не хочу вам врать, но это долбанное извращение. Мне реально там кислорода не хватает, хотя я не привередливый, я там всю жизнь в Орске прожил, и там кислород, там и это как бы и есть кислород, это антонимы, как, ну вот так бы сразу. В общем, место хорошее, интересное, прогуляться действительно здесь можно, но еще раз вам скажу, пляжи, конечно, здесь эти продолженные поречными морализами, это отстойные, постараюсь. Наверное, может быть, завтра, если послезавтра уйдет, смотрю, пробежался, говорю, даже ноги не болят, я в шоке. Ну, реально, как бы бодрячком. Попробую вам показать пляж в Дагомысе, и тогда вы поймете, где кайфово. Ну, вот здесь, в этом пляже, единственный плюс — это ты выходишь с моря, нормально, ты там не спотыкаешься, ничего. Это, конечно, плюс. А то, что он грязный, как не знаю что, это, конечно, минус. То, что он узкий, это тоже минус. В общем, везде, ребята, есть свои плюсы. Есть свои минусы, и, конечно же, каждый выбирает то, что ему больше по душе. Ну а так, ребят, я понял, что, оказывается, и в Сочи можно отдыхать, и в Сочи можно искупаться, и в Сочи можно прогуляться. Я, кстати, сегодня новых для себя два места открыл. Ну, круто. Ладно, ребят, вам всем отличное настроение, вам всем добра, и пока, увидимся, конечно же, в городе Сочи. А теперь, ребят, до свидания. Пока.